По инициативе фракции «Единая Россия» в Государственной Думе на 2017 год предусмотрено выделение субсидий из федерального бюджета на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Маршанский ГДК принял участие в проекте «Местный дом культуры. Малые города» с населением до 50 тысяч человек. Выиграли грант на текущий ремонт в сумме 3,5 миллиона рублей. Сейчас очень много трудностей, потому что, как в каждом доме, начинаешь делать ремонт, но всплывают все какие-то более слабые места, которые не дают возможности продолжения ремонтным работам. Так получилось и в нашем Доме культуры, но я думаю, что основные, наверное, какие-то моменты уже пройдены, и на сегодняшний день большая часть работ уже сделана. Ремонтные работы начались в первых числах сентября. По словам работников культуры, таких перемен в ГДК не было 50 или даже более лет. Новое отопление принесет тепло, а современная аппаратура – новые услуги, в том числе кинопоказ. Аппаратура, которая на сегодняшний день уже сделана, все работы практически уже сделаны по установке данного оборудования. Вот. И мы будем смотреть не просто теперь фильмы, но даже и в 3D. Поэтому теперь зависит все от наших жителей, чтобы они нас поддержали и ходили на просмотр наших кинофильмов. Устройства, через которые подают звук, их несколько блоков. И руководство очень сложное, чтобы не перепутать, не включить сначала один какой-то аппарат. Все должно быть только по порядку, очень строго. Поэтому тот, кто будет владеть этим оборудованием, должен соблюдать определенные тоже навыки, определенные условия работы. Очень внимательно быть. Потому что очень дорогостоящее оборудование. Директор городского дома культуры показывает рабочее место киномеханика. Аппаратура новая, а вот место, откуда раньше крутили кино, осталось. Кстати, по словам старожилов, здесь когда-то был кинотеатр. Исторически в этом здании был кинотеатр «Стелла». То есть это из ниоткуда. И почему Дом культуры будет центральной площадкой, она и раньше исторически была именно центральной площадкой кинопоказа. Это был первый фильм, который приходили, это была первая площадка наш, теперь уже городской Дом культуры, а в то время кинотеатр «Стелла». Демонстрация кинофильмов советских и зарубежных. Главное, говорит Светлана Малышева, чтобы народ в кино ходил. Это одно из условий проекта. Что касается культурно-досуговой деятельности, то направление сохранится только в новом формате. Мы сейчас делаем малую концертную площадку, где будет около 60-70 посадочных мест. То есть мы будем одновременно вести и как кинопоказ, но также и культурно-досуговая деятельность в том параметре, в котором была, она, конечно, останавливаться не будет. То есть у нас будет работать практически одновременно две площадки. Теперь звук на концертах будет качественнее в разы. Сумма гранта на приобретение новой аппаратуры – 5 миллионов рублей. И аппаратура уже установлена. Россия, колокольчик перезвонный, всей душой люблю тебя. По условиям контракта завершение ремонтных работ в ГДК – ноябрь 2017 года. Новогодние утренники 2018 обещают пройти в теплой обстановке во всех смыслах этого выражения.